Спасибо тебе, вот лиса бешеная. А Машкола проживет? Да прожить-то проживет, конечно. Дырочка, слава богу, это просто в глубину, но площадь-то маленькая. Ну, когда она мышей будет, ты крепко ее держи в поводке. Крепко, крепко буду держать на поводке. Я теперь вот, когда будем туда подходить, буду ее брать на поводок. Нафиг надо такое, блин, развлечение. Текст вон гулял на рулетке, и то ухо прокусили.